Кажется, мятежники погибли, сражаясь с машиной. Тут следы. Может, один спасся? Воспользуюсь визором. Так, выживший сбежал. Посмотрю, куда ведут следы. Похоже, выживший направился к тем руинам. Мятежник. Все-таки не выжил. А это машина, что убила его. Он мертв. Не успел добежать до руин. Машину подняли. Ну, конечно, дождь. Как вовремя. Мятежники. Похоже, они захватили целую деревню. Надо бы посмотреть. Узнать, что они замышли. Огня она почти не боится.
нет смысла голодать. Враги всегда должны знать тебя в лицо. Пусть твой клинок разит без промаха. Затемными картами. Долго не
Пойду дальше.
Хорошо, что я запасливая. Ты не уйдешь. Сначала надо отдохнуть, набраться сил. Ты ее видишь? Кто ты такая? Я хочу помочь. Иди за мной, и может мы выберемся. Вряд ли у меня есть выбор.
Возможно, командный центр. Всем инженерам и операторам, найдите Нора, уничтожающую наши объекты. И если кто-то снова назовет ее спасительницей или защитницей, я затолкаю эти слова ему в глотку! Азера, нужна помощь! Подождите, я сейчас буду! Вы должны найти ее и убить, а потом принести мне ее визор. Если получу данные, Сайленс будет в бешенстве. Вот, значит, как. Сайленс связан с сынами Прометея. Карта. Если я правильно понимаю, все дороги, ведущие в джунгли, проходят через эту деревню. Волосы красные, как... Нет, ты меня дали. Мы у нам из... Хотя, ну, край здесь и здесь, здесь. Так, благо мы, что может... Раз сыны Прометея знают, остановить их будет еще сложнее. Зато я услышала имя. Азера. Их лидер. Нужно поговорить с Арандом. Может, он знает, кто это.
Сомневаюсь, что зацепится. Сегодня твой клинок нас очень выручил. Все чисто, солдат. Приветствую, за... Слышала, долинники сражаются с мятежниками на побережье, к западу от рощи. Если еще помогаешь вождю разбираться с этими паршами, поговори с Крагеллой в грани прибоя. Если буду в тех краях, поговорю. Значит, предтечи красили лица чем-то под названием макияж? Как Карх. Верну... Пси? Обязательно. Зато теперь... А я... Я об... Паху... Им да... Да, это... А выход... Ря... Спо... Ну... Чу... Ими... Она бы... Я... Ее... Я... Нет, нужно... Как ты... Есть... Есть... Я... Арс... Ну... То... С... Есть... Неплохо... Да... Ладно, а ты... Мы... Ты должен... Он... Я... Но... Этот... Мне... Как только... Я... Элой, в ящике есть еще припасы. Не стесняйся. Сиди со мной, чужеземка. Слышала, долинники закрыли долину павших на южном побережье. Судя по всему, ее наводнили машины. Спасибо тебе. Кажется, у Томмакова найдет проблемы с машиной. Thank you.
Всегда рада тебя видеть. Каждая битва полна неожиданностей. Снижаюсь. Одна из шерифов Хикару. Ужасная охотница. Не нужна ли им помощь? Куда не пойдешь. Как тебя Сапкин Рямаз ворит? В каком они? Маш, ай, Далина. Много мы. Разве я не сперла, как там я? Мы да при... Элой. Мне пора идти. Будь осторожна. Что-то в долине привлекает меня. Похоже, какая-то приманка. Интересно, сколько торговец землей даст? Всего за несколько месяцев вся тропа развалилась. Или это часть испытания? Ладно, пойду по тропе. Надеюсь, мост выдержит. А то падать пришлось бы долго. Thank you.
Надо забраться повыше. Это будет непросто. Теперь надо найти водопад и утес к югу от гор. И Вира сказала, что машины-убийцы собирались там. Мертвая машина. Жуткая тварь. Еще одна туша. Свалить ее было непросто. Надо быть начеку. Это один из пропавших фанат. Погиб в бою с машиной. Жаль, парни. Не значит. Наверное, база зенитов. Похоже, они обнесли ее всю щитом. Конечно, нашли себе целый остров под базу. Но пока надо решить проблему. Надо осмотреть места, о которых говорила Эвера. Рядом с большим водопадом и к югу от гор. Холода она станет крупной. Вот и водопад. Если я права, я должна быть кумой. Поищу ее с помощью виза. Come on.
Надо поискать приманку. Приманка для машин, как я и думала. Ну, похоже, улучшила. Технология зимы. Надо посмотреть поближе. Его вел какой-то Джулиус. И Зинта, местный дикарь, уничтожил. Значит, машины нужны были, чтобы убивать посторонних? Что ж, с этой приманкой покончено. Пойду к утесу, к югу от гора. Думаю, там еще одна приманка. Thank you.
еще приманка. Понятно, откуда машина. Так, теперь вырублю эту штуку. Снова странный журнал Джулиуса. И, похоже, я была права. Зениты поставили здесь приманки, чтобы машины получали из базы посторонних. Это пропавшая Тенат. Ты со мной, шериф! Мой клинок твой! Во имя десяток, как убивать эти штуковины! Я побуду с Еветой, пока ты расчищаешь долину. Наверное, это те самые древние железные крылья. И опасные машины рядом. Если где-то здесь есть приманка, визор поможет ее найти. Здесь нужны морозильные снаряды.